Так, ну, вы хорошее вы написали произведение, чувствуете, да? Можно его изучать как почти как Маркса и Энгельса. Обстоятельно. Может, потом так и будет изучать потом. В соответствии с тем, что не должно быть человека лучше и лучше. Так, внутри ремесленной мастерской разделение труда не существовало. Такое разделение осуществлялось лишь в виде специализации между отдельными цехами. Капиталом работника, как уже упоминалось, являлась не земля, а сам труд работника, его способности и умения, передаваемые по наследству от отца к сыну. Значит, мы как к вами корректируем, это не капитал, а богатство, в смысле богатство. И, видимо, когда переводили товарищи, это рукопись, не исключено, что это и ошибка перевода. То есть, вот можно сказать, вот ваш мой капитал, это вот то, что я знаю. Но это не в точном политэкономическом смысле слова. Или капитальный дом. Или, допустим, капиталовложение, которое в советское время такое понятие было, это точно было не капитал, не вложение капитала. Это те средства, которые необходимо было затратить на строительство там и так далее. Возникновение мануфактур Маркс и Энгельс связывается с увеличением населения и капитала, скопившегося в цехах, вопреки их законам, и в руках у купцов. Значит, уже накопились денежные средства, имеется в виду денежный капитал. А денежный капитал – это вот это первоначальная форма капитала. И вообще развитие капитализма началось с торговых городов, и вот эти деньги, которые использовались для организации торговли, и если вы купили товар где-то, привезли и продали по цене большей, то вот эта разница была приращением, да, и получалось у вас самозарастающая стоимость. Только вы как бы никого не нанимали специально, или нанимали только для того, чтобы возить, продавать, а получилось, что стоимость самовозросла. Так что в этом смысле это уже капитал торговый. Патриархальные отношения сменяются торгово-денежными отношениями между рабочими и капиталистами. Движимый капитал мануфактуры в результате расширения торговли быстро накапливался, что привело к появлению крупной буржуазии и противостоянию ее рабочего класса. Я бы слово «крупный» вычеркнул. Потому что есть такое деление – мелкая буржуазия – это трудящийся, работающий на рынок. И буржуазия – это люди, которые живут за счет труда наемных работников. А вот дальше, так сказать, более крупный, менее крупный, это, в общем, вопрос. Или сейчас, вот, например, есть выступление против олигархов. Зачем вам не нравятся олигархи? Олигархи. Не слишком много денег. А когда у вас будет слишком много денег, вы будете выступать против олигархов? То есть это не выступление против буржуазии. Потому что буржуазия строит свое богатство на использование наемного труда и на получение прибавочной стоимости. В этом смысле любой капиталист ничем не отличается от олигарха. Как-то если вы, так сказать, вы не набрали еще это такого богатства, вот против олигархов выступает очень часто буржуа или мелкие буржуа, которые хотели бы стать, но не верят сами в то, что они станут столь богатыми, и поэтому они выступают именно против олигархов. То есть выступление против олигархов ничего не меняет в существе того строя. Ну, плох тот капиталист, который не хочет стать богаче, правильно? Если вы капиталист, и у вас задача увеличения своего капитала, то странно было бы сказать, вот до этого момента я вот буду увеличивать, а дальше я остановлюсь. Как только миллиард будет, я пойду продукт, все это дело разорю и раздам. Но это было бы очень странно. Вы верите в это, нет? Я тоже не верю. Поэтому, когда вот, скажем, на Украине сейчас говорят, мы выступаем против олигархов. Кто это? Что это за люди? Капиталисты. Это, скорее всего, их конкуренты. Все конкуренты выступают, вот у него забрать, а нам, между нами разделить. Это не позиция против, так сказать, буржуазного строя или против буржуазии, там ничего, или это изображает чуть ли не как некую коммунистическую позицию, ничего коммунистического нет, чтобы против олигархов. Я говорю, за капитал, но чтобы он не был очень большой. А почему? А потому что у меня пока он не очень большой. А как только он у меня будет большой, тогда я буду выступать за то, чтобы он уже был большой. В нисходящей фазе развития феодализма мелкая буржуазия, ну здесь мелкая буржуазия уже так, мелкая буржуазия постоянно разоряется. Часть из них нанимается к другим буржуа, которые смогли накопить
Почему к другим буржуа? К буржуа. Тогда, если же мелкая буржуазия, они не буржуа. Мелкие буржуа – это не буржуа. То есть это понятие надо брать в целом, и только так. Ну как диктатура пролетариата – это не диктатура пролетариата. Пролетариата нет уже, когда уже есть эта диктатура. Он есть, только пока ее нет. Да. Зарегистрируйте, пожалуйста, себя. Так, которые смогли накопить денег. Таким образом, происходит становление мануфактуры как капиталистической кооперации. Совершенно верно. Кооперация, можете сказать, что такое? Проверка. Кооперация – это что? Да, да, да. То есть, если самый простой вот ответ давать на этот вопрос, это совместное действие. Ко – операция. Ко – это что? Это со. Содействие, соединение. То есть, это соединение разделенного труда. Вот что такое операция. Труд был разделен, а тут идет соединение. А вот у Маркса есть каноническое определение кооперации. Кооперация – есть такая форма труда, при которой много лиц работают в одном или связанных между собой процессах, планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Смотрите, как определяется кооперация. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Значит, вот если вы это запишете и запомните, то вы будете относиться к глубокому меньшинству людей, которые знают, что такое кооперация. Обычно, когда люди думают, раз есть разделение труда, значит, должен быть обмен. Но если мы труд разделили между собой, я вам потом то, что я сделал, а то вы мне то, что вы сделали, часть. И мы вроде как удовлетворили потребности полностью. Но на самом деле, если труд разделен, то тогда обратным действием является или обмен, или кооперация. Вот кооперация может быть альтернативой обмену, не обязательно обмен. Вот если мы с вами несем бревно, тут это что, обмен? Я за один конец, вы за другой конец. Нет, что за обмен-то? Это кооперация. В чистом виде. Я за правый конец, вы за левый конец, но мы несем одно бревно. Это совместное действие. Но в понятие кооперации, видите, что входит? Когда много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. То есть заранее, до начала процесса производства, это, значит, и образ этого процесса формируется сначала в сознании, и потом вот этот вот образ, он потом реализуется на практике. То есть то, что вообще относили в свое время к этому, к диалектическому материализму, к тому, что вот не просто отражать, надо мир, но преобразовывать его. В кооперации это в капиталистической все есть. Уже в капиталистической кооперации есть. Вот. И поэтому, когда мы говорим о планомерности, неправильно ее связывать с социализмом и с коммунизмом только. Неправильно. Почему? Потому что только на самых ранних этапах капитализма, когда он еще не промышленный и даже не мануфактурный капитализм, а основан на простой кооперации, идет только торговля. Вот только тогда, когда есть только торговый капитал, еще нет кооперации. А как только капитализм становится на такие ноги мануфактуры, а потом уж тем более фабрики, ну в фабрике тем более кооперация имеет место, там все процессы планомерные. А монополист, если мы возьмем современную форму производства буржуазного, разве он не планомерно ведет свое производство? Составляет бизнес-план и работает по этому самому плану. У нас какого нет плана? Нет плана в масштабах России, в масштабах страны. Ни в одной, хотя в некоторых странах, если вы возьмете, скажем, такую страну, как Южная Корея, которая сделала рывок в экономическом развитии, она этот рывок сделала благодаря тому, что составила 6, реализовали 6 пятилетних планов. И за 30 лет вырвалась в число стран, находящихся на передовом крае научно-технического прогресса. Если бы она этого не сделала, если бы она планомерно такую задачу не решала, она бы не выбилась на такой уровень. Причем там очень в резкой форме это было. Сажали капиталистов в тюрьму ненадолго, а на время подписания с ними
соглашение о том, что они будут делать для развития южнокорейской экономики. И вот заключали эти соглашения и выпускали их из тюрьмы, и они начинали работать. То есть очень строго там было в Южной Корее. В итоге вот мы имеем такие результаты. Поэтому почему-то соединяют понятие планомерности обязательно с социализмом, хотя источником планомерности является вот этот разделенный труд и соединенный потом уже в рамках мануфактур. Мануфактура капиталистическая, вот, так сказать, родина, можно сказать, мать планомерности. Мать планомерности. Поэтому, когда люди распространяют потом вот эту идею о планомерности, которая имеется в рамках капиталистического предприятия на общее общество, ну, это неудивительно. Неудивительно, эта мысль может прийти не только к очень гениальному человеку, но и, в общем, обычному человеку, который видит это противоречие между, с одной стороны, исключительной планомерностью в масштабах одной собственности капиталистической и стихии в масштабах народного хозяйства. У нас есть какая-нибудь сейчас программа развития страны России? Нет. Это не к вам вопрос, Владимирович. Ваша задача – записывать. Нет у нас программы. А что у нас есть, похожая на программу? А у нас в 2008 году Владимир Владимирович Путин подписал концепцию социально-экономического развития России до 2020 года. Перед этим было собрание, Государственный совет собирался. Сейчас вот по мелкому бизнесу собирался, а тогда была перспектива к развитию России. Как будет Россия развиваться, и концепция изложена, что вот, дескать, в два раза будет вырасти зарплата к 2020 году, производительность труда вырастет и так далее. И вот эту концепцию в 2008 как только приняли, тут сразу и кризис. Ну, казалось бы, что такое концепция? Ну, концепция – это замысел, правда? Это, конечно, не программа, это замысел. Это вот как вот мыслить, как все мыслят государственное руководство развития страны. Концепция. Эта концепция кем была утверждена? Распоряжением Владимира Владимировича, как председателя правительства. И все. А что это такое за документ, распоряжение председателя правительства? Это документ для правительства, в общем. Ранг его такой. Почему? Потому что он в число таких нормативных актов, которым обязаны все подчиняться в стране, не входит. Ну, правительству есть распоряжение, пусть правительство и руководствуется им, а правительство и руководствуется. А все остальные и не руководствуются. А что нужно сделать, чтобы руководствовали все остальные? Есть для этого такие юридические инструменты, как постановление правительства. Вот постановление правительства является нормативным актом. Вот вы почему не выполняете, товарищ Кукушкин, постановление правительства? Могу я так сказать? А вот распоряжение, которое относится к правительству, сказать, ну, если бы Владимир Владимирович считал нужным сделать так, чтобы я это выполнял, он бы тогда издал бы постановление правительства. Ему это было несложно сделать. Но он не издал. Это не ко мне. И, так сказать, сказали, что нет, это не ко мне, пожалуйста, вы с этим ко мне не подходите. А еще более высокого ранга документ какой? Указы президента. Мы знаем, что такое указы президента. Указы президента имеют законную силу? Имеют. Они имеют законную силу, это, они входят в право. Указом президента такая концепция утверждена? Нет. Постановление правительства не утверждено. Указом президента не утверждено. Хорошо. А что следующий по уровню идет? Закон федеральный. Ну, кто должен его, где должны рассмотреть? А что, концепцию развития России не надо было в Государственной Думе обсуждать? Там надо обсуждать, на сколько километров и на сколько метров я должен отойти, когда буду курить? Во-первых, я не курю, мне не волнует. Во-вторых, это что, вот это вот тот уровень, на котором надо решать? Ну, какое-нибудь там выпустили бы распоряжение, кто у нас там главный санитарный врач, по-моему, Попова ее зовут. Моя одна фамилица. Ну и хватит этого. Нет, дума, она же обсуждает, насколько надо отойти от здания, чтобы покурить. Я тоже против курения, я же против рака легких, но я думаю, дума должна заниматься чем-то серьезным. Пусть в концепцию заложите преодоление вообще этой привычки к курению. Тогда в концепцию заражите России, но вы обсудите в Думе в соответствии с другими моментами. Или как? Курить не будем, пить будем. А как в отношении пьянства? Вот, дескать, мы поднимем цену на водку, чтобы меньше пили. Ну, если это говорит о безграмотности тех, кто принимает такие решения. Потому что есть три вида товаров.
кто изучал эластичность спроса, то есть зависимость спроса от цены, тот знает, есть товары, которые чем больше цена, тем меньше спрос. Это основная масса товаров. Теперь есть такие товары, чем больше цена, тем больше спрос. Вы не видели очереди за золотом, нет? Вы не видели, а я вот видел, потому что это было вот лет, наверное, уже 10 или 15 назад. Очереди стояли люди, потому что когда цены на золото стали расти, то вы покупаете золото, завтра вырастает его цена, и вы продаете это золото, и вот ваш доход. Не надо быть ни наемных, ни наемных работников нанимать, ничего. Вот вам вот тот самый капитал, который прямо из обращения дает вам деньги. Поэтому скупали оборотистые люди это золото, а как его скупить? Вы стоите всю ночь в магазин ювелирный, я вам вечером дал задание за аванс, столько-то рублей за то, что вы ночь будете стоять. Утром прихожу, говорю, все, вот вам деньги, даю вам денежки, вы довольны, уходите. Вот, а я получаю это самое золото, и тем самым оно уже вот на этой разнице, эту разницу я, из этой разницы я вам заплатил, там, может быть, сотую часть, остальное у меня. И поэтому, когда систематически повышались цены на золото, спрос на золото колоссально рос. Ну, точно так же, как вот он рос спрос на доллары и на евро сейчас. Раз цены на них растут, так и спрос растет. А раз спрос растет, то и цены растут, и идет, так сказать, один другого подгоняет, и пошла машина. А банки как в этом участвовали? А банки участвовали, они, поскольку с подачи Центробанка сделали кредиты 25-30%, то есть 17% была ключевая ставка, да свое прибавляет еще 10 и больше, то никто никакие кредиты не берет, а банкам что делать? Они тогда берут и покупают вот эти самые евро и доллары. И наши банки за наши деньги государственные, которые они получили в Центробанке, покупают евро и доллары и обеспечивают рост евро и долларов. Что тогда делают люди, которые видят, что растут евро и доллары, покупают евро и доллары? И потом выходит Улюкаев и говорит, мы должны привыкнуть к экономической реальности. Так надо соображать, что вот если ты министр экономического развития, надо не привыкать к экономической реальности, а влиять на нее. А если я привыкнуть, то весь министр могу. Зачем мне министр, если мне нужно просто привыкнуть? А куда денешься от этой экономической реальности, если там сидят такие министры? Вот такая получается картина, если мы обращаем внимание на источники, первоисточники. То есть вообще получается, что эту самую концепцию Дума не утвердила. А раз Дума не утвердила, нет такого ведь закона, что надо выполнять эту концепцию. Раз нету, нету. Хорошо. А дальше? А дальше есть еще федеральные законы, для которых 2/3 нужно на уровне конституционных. Конституционный закон. А ведь закон проходит какую процедуру? Дума, Совет Федерации, потом подписывает президент и потом публикуется. Где? Везде. А где опубликована концепция социального экономического развития? Вы читали? Вот так бы сказал, а что вы не читаете концепцию развития всей нашей страны? Я бы такой с особой въедливостью к вам бы предъявил претензию. А вы скажете, а где она у вас напечатана? А я говорю, а нигде она у нас не напечатана. А почему? А потому что, видимо, развитие страны не особенно волнует тех, кто эту концепцию написал. Или очень волнует, но если эту концепцию напечатать, ведь же будут люди пальцем показывать, спрашивают, а вот по концепции должно быть вот это и вот это. А где оно? Он скажет, у нас кризис. Нет, так что кризис, а почему концепция? Вот если у меня направление на восток, то почему, если кризис, у меня должно быть направление на запад? Куда должно быть направление-то по концепции? Если концепция может, ну, сроки сдвинулись, ну, формы изменились, но направление, ну, концепция, это же замысел. Он замысел не должен превращаться в умысел. Это же большая разница, правда? А вдруг вот куда-то и пропало. Вот приехал сюда товарищ Степашин, который на днях петербургской философии выступал, я его спрашиваю, говорю, ну, а как вот вы тут рассказывали, как вы здорово контролируете? А вы контролируете выполнение концепции? Вы счетная палата. Как она выполняется? Он так сразу заулыбался и говорит, ну, дорабатывается, корректируется.
Кто корректирует, где корректируется? Ничего не корректируется, ничего не дорабатывается. Я знаю, что ухнули в высшую школу экономика, там дорабатывать ее. А те придумали, что надо увеличить возраст пенсионный для женщин. Вот что родила высшая школа экономики. Молодцы, молодцы. Просто я поражаюсь этой глубинам этой. Видно, что школа. Не видно, что высшая, но видно, что школа. А вообще концепция это надо закончить раньше. По идее, концепция только концепция. Надо бы разработать программу развития. А у нас есть отдельные программы. Вот представляете, я сейчас, допустим, я премьер-министр, а вы разные отрасли, да? И вот я вам бюджетные деньги раздаю вам на вашу программу. Вот есть комплексная программа развития танкостроения? Есть? Вот вам денежки. А у вас кораблестроение есть программа? Вот вам денежки. А у вас сельское хозяйство будем улучшать? Вот на сельское хозяйство. У вас что, медицина? На медицину. Что у вас, что? Рыболовство. Пожалуйста, на рыболовство. И все, раздал денежки. Потом, ну что вы сделали с этими денежки ваши? Сгорели, 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 сгорели. Потому что мы знаем, что денежки распиливают. И концов потом не найти. Ну, вот яркий пример. Вдруг обнаруживается, что пропало 16 миллиардов на космодром Восточный направленный. А где деньги? 16 миллиардов. Сейчас вот такой кризис, все, нету денег. И там рабочие голодают, им 3 месяца не платили зарплату. Голодали, и то Рогозин приехал, заставили, начали выплачивать. Первый вице-премьер. А так не выплачивали. А 16 миллиардов ушли неизвестно куда. А почему неизвестно куда? Да потому что если у нас была единая программа, у нас бы деньги были на единую программу. Если вы бы истратили больше, то Кукушкиной бы Екатерине не хватило. Она бы сразу потребовала, а что такое, почему нам не хватает? А мы бы начали проверять, кто хватил больше. Ах, вы захватили больше. Ну вот, Следственный комитет займется вами. Так, а вы? У вас тоже что-то не хватает? Давайте проверим соседку. То есть всеобщая зависимость, так сказать, которая в программе складывается, чем отличается от программы план? План отличается от программы директивностью. Программа – это значит, ну вот вы были на программе этого концерта какого-нибудь. Сначала выступит Иванов, потом Петров, потом Сидоров. Как что, зачем будет идти, в какой взаимосвязи. Это программа. А вот директивность у нас может быть в рамках чего? В рамках государственного сектора. У нас государственный сектор не маленький, ну 20%, скажем, экономики. «Газпром» может по плану действовать? Или это все это надо творить будут отдельно они? «Газпром». «Газпром» – это наше национальное достояние. Ничего планировать не будем. В интересах России будет действовать? Давайте план составим. «Роснефть» – маленькое предприятие. «ОРЖД» – это по плану вообще. Мы точно бы это не изъяли оттуда электрички, а у вас выгодное все дело, перевозки. Ну, вот если у вас более выгодно, менее выгодно, а в целом вы выгодны, будьте здоровы. Прибыль получаете, кто из вас потом будет спрашивать, если вы были частным собственником, как то вы что-нибудь выбрасывали? Что-нибудь? Это же вот вы единое хозяйство, все по плану. Будьте добры, возите людей. Не будете возить людей, не будете вообще ничего возить, грузы найдутся другие. Если вот вы не будете возить, она будет возить. Вы же будете возить за хорошие деньги. Хорошие деньги. Якунин не хочет даже сообщить, какие у него деньги. Более того, он упросил товарища Медведева, и товарищ Медведев своим распоряжением запретил или разрешил не сообщать, какие доходы у руководителей крупных госкорпораций. Наверное, маленькие, чтобы мы не плакали. А то вот мы узнаем, и узнаем, что 1451 рубль доходы. И будут студенты тут рыдать. Я прихожу, все рыдают. Но это же надо вот сейчас, неделю назад, только что вот. Сейчас очень интересно жить. Очень интересно. Такие интересные решения принимаются. Потому что решения принимаются каждый раз. Вот люди постоянно творят. Потому что, ну что такое план? План это вот на любой мануфатуре сделали план, и потом ты все требуешь, чтобы выполнили. Ну какая тут инициатива, тут нет такой, ничего, все делай. И приходится делать. И получаются корабли, получаются самолеты, получаются танки, получаются предметы потребления хорошие, там колбаса получается, если все по плану делать. Если не по плану, то потом уже не найдешь концов в этой самой колбасе. Что там такое заложено? Поэтому план должен быть на госсектор план, а на остальное заказы.
Заказ будут выполнять капиталисты? Да с удовольствием. Какой капиталист откажется от государственного заказа? Есть такие капиталисты сумасшедшие? Нету. Просят, ходят. Ну, заказ-то надо делать не вот отсюда, чтобы ко мне пришли, зашли первый в кабинет, вы. Я вам дал заказ. А если вот не вы, а вот он зашел, я ему дал заказ. А если вот у нас с ней хорошие, добрые отношения. Она ко мне зашла, и я ей дал заказ. А с вами у нас нет добрых отношений, потому что вы со мной не поделились в прошлый раз. Поэтому у меня недобрые с вами отношения. Вот и все. Что мы сейчас наблюдаем? Это все, что я вот сейчас говорю, это, к сожалению, реальность. А реальность есть отрицание по Гегелю. То есть она же и отрицание. Так что планомерность – это вот такая штука, которую надо уважать. Не отмахиваться от них, и сказать, это социалистические методы, это коммунистические методы. Ничего тут такого специфически социалистического нет. И специфически коммунистического тоже нет. Более того, наоборот, вот скажем, тоже Ленин выводил социализм из монополии. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа. И потому переставшая быть капиталистической монополией означала бы социализм. То есть это не так, как социалистов-утопистов, они там писали про социализм, коммунизм, фаланстеры там и прочее. Нет, вот монополия идет. Только если ОРЖД будет работать не в интересах обогащения сотрудников ОРЖД или руководителей, а в интересах всей страны, всего народа, ну вот это и будет социализм. Больше ничего там и нету. Планомерность уже есть? Есть. Люди, которые умеют управлять, есть. Работают люди. Умеют. Что надо сделать? Вот соединить все в единую монополию и направить в общих интересах. Вот и будет социализм. Что значит там, кто придумал, там, кому кто нравится, кому не нравится, это экономически вырастающий строй. Это не строй, который придумал там Маркс, Энгельс, Ленин. Это люди, которые видели, наблюдали за этими процессами, они выдумывали их. И сам метод их, как мы знаем с вами, состоит не в выдумывании из головы, а придумывании при голове, при помощи головы тех форм, которые вытекают непосредственно из экономики. Вот, скажем, с этой точки зрения посмотреть, вот говорят, вот Маркс такой-сякой, ну, то есть, марксист. А что Маркс? Он написал книгу «Капитал». Тут при капитализме написал «Капитал». Что такого тут? Необыкновенно-то. Он писал книгу про то. А Ленин взял, написал книгу, значит, сидел в ссылке, писал после тюрьмы. Год сидел в тюрьме по делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Наказало его царское правительство. Он отсидел и сослал его в ссылку, в аспирантуру, как бы. И он там написал книгу «Развитие капитализма в России». Ну что он такого написал? Тем более подписал Вейлин. Ну что такое? Развитие, что вот такого противоречащего капитализму, может быть, в книге «Развитие капитализма»? И показал, как из крестьянского хозяйства вырастает капитализм. Ничего там другого нет. Очень скучная книга. Скучная в смысле того, что там цифры, данные ему родственники все посылали, оно там туда 3 месяца шло, значит, человек в ссылке там, значит, не сейчас, там по электронной почте. Газеты ему присылали, а газеты он строго читал, вот сегодня, если за это число, то принесу целую пачку. Он никогда в хвост не заглядывал, а по порядку читал. Каждый день соответствующая свежесть, то есть со сдвигом, чтобы было. Вот написал человек такую книгу «Развитие капитализма в России». Можно ее не читать, но если ее прочитать, никогда человек не забудет, что такое мелкая буржуазия, как в деревне разлагается это феодальное хозяйство. Причем данные, использованные переписей земских, ну просто замечательные были. Статистика, земская статистика, замечательная была. Лучше, чем сейчас. Вот. И опираясь на эти данные, показано, как постепенно, значит, сначала появляются там батраки, или за бедняки, они нанимаются на работу к тем, кто побогаче. Но от того, что вы ко мне нанялись, я еще не кулак, еще не капиталист. Когда я становлюсь кулаком? Когда я получаю свой доход не от своей работы, не от работы своей семьи в основном, а от труда наемных работников. Это такой вот незаметный рубеж, который переходят люди, совершенно незаметный, потому что если у меня 3 лошади и 2 коровы, я кулак или нет? Все взяли. У меня 8 детей здоровых, мужиков. И мы с женой работаем. У нас и мельница есть, и что? А вот если я за счет вашего труда больше получаю, чем за счет труда
своей семьи, то вот это рубеж. Тогда основной источник дохода уже это прибавочный труд работников. Я зарплату плачу, а в итоге получается, что при том, что я, конечно, работаю, в деревне вы не найдете кулаков, которые бы не работали, или плохих работников. Это хорошие работники. Но он-то хороший, а их что, капиталисты, что только сидят и вот как их рисуют вот такими животами? Вот Прохоров, он ведь не такой живут. Ну, ты миллиардер, зачем вот так это вот? Это, может, раньше и были такие, ну как люди, занимаются спортом, занимаются, идут президенты, другими делами, какие-то билборды вешают с какими-то глубокомысленными надписями, бессмысленными по содержанию. На всю страну много денег истратили, поэтому не получился ее мобиль и светодиодный завод, который взялся этот миллиардер сделать. Чтобы у нас были светодиоды, а не вот эти вот, вот это вот людей убивающие лампы, потому что здесь ртуть в качестве элемента, который накаливается, и сюда свет. А вот эти потом лампы куда пойдут? На помойку. А с помойки куда пойдут? Ну, так, если коротко путь проследить, в грудное молоко, в женское молоко попадут. Потому что потом в землю где-нибудь, и так. Как вот ДДТ начали находить, душ начали находить, в молоке, так же это. Это же ртуть, она не денежная. Вот все, что вы ходите по этому по факультету, там теперь не такие сделали на Западе, а General Motors и еще одна компания, Philips, 80% рынка наших вот так называемых энергосберегающих ламп, которые отличаются от этого тем, что вот они коротенькие и вкручиваются. Это вот весь факультет у нас забит. Это то же самое, это старье. Потому что они тепло превращают в свет. А современные лампы светодиодные, которые должен был делать гражданин Прохоров, превращают электричество в свет, минуя тепло. Поэтому эти светодиодные лампы, вот если у вас дома, допустим, люстра и низкие потолки, как у меня. Это же было, ты стоишь, а у тебя уже голова тут нагревается. Поставьте светодиодные лампы, и все, они холодные. Ты можешь сюда открутить ее, вот, лампу рукой, а те же не тронешь ее рукой. Вот это прогрессивное, это действительно современное и безопасное. Не делают, это делают Китай, в Англии. Сейчас Светлана делает, и что касается ОРЖД, все станции, на всех станциях вы можете видеть светодиодные лампы. Там светло, хорошо, и это затраты колоссально сокращает. Ну, допустим, если 7 ватт потребления светодиодной лампы, она горит как 70 ватт старых. Колоссальное сокращение. То есть там ничего не тратится. То есть вот в туалет надо вешать эти светодиодные лампы. Коридор, где пускай там горит все время. И это ничего не будет значить. Вечный огонь. Но вот, это же экономика. В экономике все чудеса бывают. То есть кому-то было надо, лоббировали здесь. Вот это старье снимают там на Западе, убирают и продают сюда это барахло, которое является вредным для, так сказать, с точки зрения здоровья. Вот. А государство должно было бы, если оно государство, заказать большой объем для населения этих светодиодных ламп, тогда они были бы дешевые. А так они, конечно, ну, 245 рублей лампа – это не дешево, а были 800. Сократилось, конечно, но все равно 245 – это много. А есть деньгосберегающие лампы – это старые лампочки. Это деньгосберегающие. И они не вредные. А это просто вредные. Так, ну вот это вот, к каким мыслям мы тут все приходим. Читаю вашу рукопись, такая интересная. Самое широкое разделение труда мыслители связывают с появлением крупной промышленности. Мы вот все, мы мыслители же здесь. Это про нас, да? Про Маркса. Ну, а и мы тоже мыслители. Вы кто-нибудь откажется от того, что он мыслитель? Вот вы откажетесь от такого звания? Да ни за что, правда? Хорошее звание, это не оскорбительно считать. Вот. Так, делал преподаватель, стал мыслитель. По-моему, это хорошо так звучит. Я тоже связываю с появлением крупной промышленности. В 18 веке в Англии, что было обусловлено развитием торговли, производства, складыванием рынка и повышением спроса, повышенным спросом на импортированную продукцию, а также с
свободой, конкуренцией, существованием и популяризацией теоретической механики. Однако, как указывает Энгельс и Маркс, хоть Энгельса первый раз на первое место поставили, как-то даже приятно. А то Энгельс «Принципы коммунизма» написал раньше коммунистического манифеста, говорит, Маркс написал коммунистический манифест. Он «Положение рабочего класса в Англии» первую политэкономическую работу написал. И побудил Маркса заняться политэкономией, а опять же, он говорит, Маркс. Ну, вот Энгельс, ну, хорошо. Энгельс и Маркс. Промышленная революция повлекла за собой ужасные последствия, стала разрушительной силой, уничтожение идеологии, религии и морали, превращение отношений в денежные, разрушение ремесла, сделали рабочего труд невыносимым. Ну, наверное, вся идеология не уничтожилась. Хоть вы тут процитировали, но как-то уничтожено. Уничтожение идеологии старой, патриархальной идеологии там. А теперь все продается. Чем надо купить? Все можно купить. Что у нас не продается сейчас? Трудно даже подумать, трудно даже представить, что у нас не продается. Поэтому какая идеология-то? Так. Каждой ступени развития системы разделения труда соответствует определенной форме собственности, о которых у Маркса и Энгельса в немецкой идеологии пойдет речь в следующих разделах. И подпись красивая. Ну, замечательная работа. Замечательная работа, с чем я вас и поздравляю. Вот, так сказать, какие у вас тут были недостатки, какие мне удалось найти. Я их честно нашел и честно вам о них доложил. А вы, как, так сказать, представитель нового поколения, можете сказать спасибо вам за мне, то есть, за проделанную работу. А уж как мне быть с этими с формулировками, это я уж как-нибудь сама разберусь. Правильно? Как меня учили... Учил меня мой коллега, декан экономического факультета, профессор Моисеенко. Миша говорит, выслушай и сделай по-своему. Это очень хороший, это очень совет замечательный. Особенно, когда с вами представители старшего поколения вам там начинают это надо делать так, это сейчас. Вы сидите так слушать, а им больше ничего не надо, чтобы вы вот выслушали. А потом вы идете и делаете то, что хотите, и все будет хорошо. А если начнете возражать, ну вообще это безобразие. Безобразие. Вот что вы будете возражать? Я вот профессор, а вы студент. Что вы мне будете возражать? Вот поэтому это вот очень мудрый совет, и надо этим вооружиться. Вот. Так что это очень хорошо. Так, спасибо. Есть еще у нас желающие послушать отзывы о своем произведении? А что вы не хотите? Я разве что плохие отзывы даю? А вы вот не сделали? А вы что, не мыслитель, что ли? Только что были мыслителем, а вот вы глубоко мыслитель, у вас еще это еще идет на подходе. Ну, у вас такая возможность есть, еще не закрыт этот, у нас не закрыт рынок для этого. Пишите, и будем разбирать. Еще раз повторяю, что вот с точки зрения понимания вообще смысла обучения и способа обучения, когда вы меня слушаете, это что? Это воспроизводство знаний с вашей стороны или потребление? Потребление. Ну, съели, проглотили и забыли. Так, а память обладает замечательным свойством, хорошим, так сказать. Особенно не видно, куда это применить сейчас. Хотя вот люди там теоретически мыслящие, специально идущие там на теоретические специальности, они представляют, что где-то это пригодится. На всякий случай надо сохранить. Но это на всякий случай. Но для дела вроде и не надо. И пропадает. А вот если вы даете, ваша голова, ваши руки, дает команду это написать, это уже чья идея? Ваша идея. И не важно, где вы ее взяли, там, от кого получили и так далее, но это вы пишете. Вот вы пишете, то есть ваш мозг должен дать, поэтому в этом случае это у вас никогда не пропадет. Никогда не пропадет. Отсюда, например, вывод такой, что вот я знаю уже, как человек, так сказать, прошедшие все экзамены, какие все возможные, какие только бывают, что экзамен, курсы, по которым не было экзамена или зачета, ну, допустим, вот вы прослушали курсы, ничего не надо, ничего не остается. Сидели, слушали, и все. Потому что вы на экзамене или на зачете попадаете в положение того человека, который воспроизводит знания, то есть вот мое положение сейчас. Я сейчас... Не обязательно все, что я вам говорю, это я именно придумал. Потому что образование – это не есть чистая наука. Да? Что-то я придумал, а что-то и не я. Но то, что говорю я, это точно. Это я осознаю. А вот
если вы этого не сделали, не проделали, то вот этой задачи, которая связана с вашей целью получить образование, вы не решили. Поэтому товарищи, которые это не сделали, я не только призываю, но хочу и заклеймить как людей, которые не пользуются возможностями данным университетом для получения соответствующего образования. Потому что образование надо получать. Кто его будет получать? Вам кто-нибудь давать будет? Никто не будет его давать. Брать его должны. Некоторые уже взяли. Сидят и смотрят с высока на нас, на остальных. А некоторые завидуют. Что будем делать? Завидовать будем. Так, ну вот сегодня мы очень важную тему разбираем. В итоге разбираем ее очень обстоятельно. Это тема с разделением труда. И вот мы специально останавливались на том, что речь идет о двух понятиях. Либо это разделение труда как технологическое разделение, оно вечное, условие человеческого существования. Всегда будет разделение труда. Всегда будет труд производительный материально и будет труд духовный. Правда? И это никуда не денется. Скажем, если летчик сейчас на грузовом самолете летит, летчик, который везет грузы, у него труд какой? Он материально производительный работник, он рабочий. С точки зрения отнесения к роду деятельности. А образование у него, конечно, высшее. И может, и не одно. Так что это разные вещи. Одно дело, что человек знает, а другое, что он непосредственно какие операции выполняет. Ну, то есть технологическое разделение труда всегда останется. Какая бы ни была производительность труда, такого не будет, чтобы просто из головы, из мозга выскакивали материальные продукты. Материальные продукты будут при помощи мозга производиться тоже материальным образом. И руки, даже в качестве таких рук, которые нажимают кнопки, тоже будут существовать. Например, вы создали летательный прибор, собрали его, он летит на Марс, и можете им управлять, нажимая на соответствующие кнопки, чтобы он попал точно в то место, куда вы хотите его направить, у вас перед глазами глобус Марса, и вы можете, так сказать, это делать. Вы какой работник? Производительный здесь или непроизводительный? Вы материальным производством занимаетесь? Между вами и этим самым прибором, который летит в космосе, есть какой-нибудь человек? Нет. Значит, вы непосредственно производите материальное благо. Передвигаете этот самый, преобразовываете мир и передвигаете материальный объект, созданный на Земле, на Марс. А как вы передвигаете? То ли вы его толкаете, как раньше камень толкали, то ли вы на кнопки нажимаете, это не имеет никакого значения. Важно то, что между вами и им никаких уже работников нет. А если вы мне по телефону сообщаете, что вот ваша соседка этим занимается, то это будет информация, которая, ну, не производительный труд. Вот и все. Вот, надо это все время видеть. Но это одно дело разделение труда технологическое, другое дело закрепление труда как определенного вида за каким-то конкретным работником. Что работник становится прикованным к этому виду труда и настолько твердо прикованным, что стоит ему сделать шаг в сторону, вот, происходит, это уже получается профессиональный идиотизм. Он какую-то глупость начинает говорить. Поэтому бояться надо не только того, что вы не будете хорошо знать свою профессию, но еще бояться надо того, что будете хорошо знать только свою профессию. Что если вы только вот в сторону отошли, а возможно по вашей профессии не будет, допустим, спроса на нее, и шаг в сторону, а вы ничего не умеете. Вот это вот трагедия авиадиспетчеров. Авиадиспетчер чем занимается? Вот у них экран, и там точки, их там десятки летит точек. В чем задача авиадиспетчера? Сделать так, чтобы они, эти точки, не соединились. А если это военный авиадиспетчер, то наоборот. Поэтому, скажем, такая идея, как могла прийти в свое время Рейгану, которая была в США, он взял и бастующих авиадиспетчеров всех убрал, заменил на военные. Когда пытались во время забастовки авиадиспетчеров 15 лет назад, у нас с такой идеей выступить, что мы вас заменим на военных. Выступил председатель Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Анатольевич Ковалев и сказал, вы кто будет отвечать за то, что вот эти две точки сойдутся?
Это люди, у которых десятками лет это натренировано, то, чтобы они сходились, вы их хотите посадить сейчас за вот эти самые наши аппараты. И вот если уволят авиадиспетчера, куда он пойдет? А он может вот, вот траекторию, так, как куда направить, и все. Ничего больше не было. Но то вдруг вы будете знать только культуру Германии, и все. Поэтому культуролог, это вот надо, мы его планку выше поднимаем, это такой философ, который на примере культуры Германии глубоко изучил философию и может ее использовать на примере любой другой культуры. И не только культуры, а широкого профиля, правильно? Поэтому и у него есть и позиции по поводу культуры Италии, между прочим, но он о ней пока помалкивает, к примеру, и наоборот. Так вот, это преодоление разделения труда между людьми, может быть, только результатом очень значительного развития производства, подъема производительных сил, сокращения рабочего, увеличения свободного времени. Свободное время – это что такое? Скажите, пожалуйста. Время, которое ты не занят, которое ты можешь заняться какими-то личными делами. То есть личными делами, что-то что по себе, там что-то у вас тоже порвано, да? Это свободное время будет? То, что это личное это дело? Обязательно. А? Это будет свободное время? Вот вы долго собирались, наконец выдалось время, и вы взяли и что-то зашили, что собирались, или пришили. Это будет свободное время? Да. Нет? А что, вот когда вы обедаете, это свободное время? А что, можно не обедать? Ну, можно и не ужинать, можно и не завтракать, но это ненадолго просто. Но не у вас. Я еще подброшу вам одну категорию. Вне рабочее время. Вот, не хотите взять его рассмотрение? Значит, есть три категории. Рабочее время, вне рабочее время и свободное время. Так вот, понятно, что первое деление, которое происходит на рабочее и нерабочее. Вот закончилось ваше рабочее время. Ну, ваше, ладно, а вот на заводе, когда оно закончилось, куда идут люди? Домой? Куда они идут? В душ они идут. И это в нерабочее время, конечно. Его не оплачивает никто. Идут они в душ. Если они в душ не пойдут, вот я, скажем, хорошо знал ростовщика завода «Красная Сормова» Дмитрия Васильевича Егошина. Однажды пришел к нему в цех. Вот у него руки были такая вот, как у вас, такими руками. Вот ему как-то прокурор что-то написал, что у вас там за заседание Российского комитета рабочих. А он ему говорит, приходите к нам в цех, мы поговорим. Пришел прокурор городской в цех, вышел с такими руками. Ну какие к вам, у вас ко мне вопросы? А вот, говорит, вы тут собираете людей. А так что, может, вы и дружину будете рабочие создавать? Он говорит, ну, если наших сестер или жен будут убивать, обязательно будем создавать дружины. Ну, вы же не справляетесь? Кто так посмотрел на эти руки, это все, и пошел. Спасибо, говорит, я пошел. Успокойся. Ну, мыться надо? Надо. И как пишут товарищи Дохеры, вот они прям писали на сайте. Сегодня, говорит, Каретников писал такой, очень опытный, очень умный специалист, хороший профсоюзный работник. Толковые. Они все с высшим образованием. Он говорит, идет вода. То холодная, то грязная. Ну, наверное, горячая вода, чтобы отмыться. А товарищ Шишкарев, Зила, который ходил с экспедиции «Комсомольской правды» на Северный полюс, и они перешли за 2 месяца в сторону Канады, и встречал их премьер-министр Канады. На лыжах прошли через льды Ледовитого океана. Он писал, стихи такие написал про то, как у них там дела обстоят с душем на Зиле. Зил-то уже нету, поэтому дело прошлое. Нос промоешь керосином, не милорд еще пока. Вот, так сказать, примерно отношение, которое было к этому делу. Дескать, это уже не рабочее время, так как-нибудь вы там вымоетесь. Надо? Надо. Так, это мы, это свободное время, когда вы моетесь? Утром вы моетесь, чистите зубы, это свободное время.
Какой нашелся? Да внерабочий, но не а что же она должна быть? А? Внерабочий, но не ну, то, что оно внерабочее, это да, но не свободное же. Вы в транспорте едете, вас бока вам наминает. Это свободное время? Это что такое свободное время? А? Его нет вообще это свободное время. Ну, а тут вы уже ближе. Уже ближе к этим. Ну уж так, не надо очернять. Не надо очернять нашу буржуазную действительность. Не надо, совсем уже нет. Вот давайте выясним, а какое же свободное? Не, ну если вы пол подметаете, посуду моете, это свободно, стираете, это свободное время? Нет. Нет, конечно. Это все не рабочее. Да, да. А что свободное? Когда ты спишь. Нет, когда ты спишь, это отправление естественных надобностей. Это вы поддерживаете свое физиологическое состояние нормальное организма, не более того. Поэтому, и когда вы ужинаете не свободны, и когда вы завтракаете не свободны, как вы свободны? Да, так вот сколько свободного времени? Вот я хочу вам сказать, я когда был, так сказать, еще молодым преподавателем, ученым, так сказать, у нас была такая концепция разработана в советское время, научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий. А чтобы никто эту концепцию не выполнил, не вздумал ее выполнять, ее раз и засекретили. И в спецхран ее. А ее никто, собственно, и не принял. Ее Госплан и Госстрой приняли. А они ни для кого не обязательных решений. Это не Верховные Советы, не правительство. Поэтому вот они были тут в спецхран. Я пошел в спецхран, вот там в Горьковке, там был зальчик такой. Там записали, кто что и зачем, какая у меня тема научной работы. И тогда выдали мне почитать. Концепцию социально-экономического развития России. И социально-экономического научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий. Там было написано, что в свободном времени у женщин в СССР на 2 часа меньше, чем у мужчин, например. Так что вы тут близки были. Но там не написано было, что вообще нет рабочего свободного времени. Но на 2 часа меньше, чем у мужчин. Поэтому вы не удивляйтесь, не удивитесь, что в материальном производстве женщины было сколько процентов в советское время? Иногда сейчас вот так раскрашивают в советское время, ну прямо, ну от, просто вот. Ну это, конечно, коммунизм, но это первая же фаза. Женщин в материальном производстве было 50%. А в партии какой процент было женщин? Которая правящая, это руководить надо, решать вопросы. Тут уже кто должен решать? Ну что, они будут решать? Мы должны решать, правильно? Так. Они 11%. 11% женщин в партии. То есть, когда дело доходит до решения каких-то социальных вопросов, так, ну, вы отдыхайте. Это у вас свободное время, пока погуляйте. Мы тут все решим. Потом спрашивают, а что так, это столовые не развиваются, детских садов мало. Что сейчас вот в очередь встают? У меня сын юрист, переписывается все с этим, с соответствующим районным учреждением по поводу детского сада, в который должна поступить моя внучка, которой всего 2 года, может быть, через год. И все там, чтобы выдали хоть номер места в очереди. А в советское время я приходил в Тихвинское производство Кировского завода, и там разговаривал с молодыми девушками, которые работали в литейном цеху. Они говорят, мы сейчас стоим на очереди в детский сад. Я говорю, а вы замужем уже? Нет, мы еще не замужем. Ну, если пока ждешь, пока ты замужем, потом уже все. Уже. Сейчас уральские пельмени там сообщают. Вдруг звонок и сообщают им, что ваш сын может идти в детский сад. Что-то говорит, вы что, с ума сошли? Вы ему 16 лет уже. Так вы что, отказываете? Не, не отказываемся! Как сколько стояли. Ну, это реальность нашей жизни, которая нас, как говорит товарищ Люкаев, надо привыкнуть к реальности сегодняшней. Привыкнуть, вы не привыкли, надо привыкать. Так что, если вы раньше еще думали, что у вас много свободного времени, надо привыкнуть, что его мало. Так а вот как определяется все-таки, вот у нас же тут научный с вами разговор, как определять свободное время? Что такое свободное время? Кто придумает или кто додумается? Ну, вот мыслители у нас есть, товарищ мыслитель. Свободное время – это что?
не занято в производстве в каком-то. То есть это когда я балдею. Это свободное время? Да. Вообще же это свободно, если я балдой стал. Наркотики потребляю. Курю смеси, спайсы. По вашему определению, это вы виноваты, не я виноват. Не я, потому что вы дали такое определение. Вы же это человек, специалист, культуролог третьего курса Санкт-Петербургского государственного университета, Институт философии. Я могу против этого пойти? Да никогда. Я против университета, против Института философии, ни за что. Тем более мыслитель. Понимаешь? Ничего себе. Вот дают определение. Определения даются для того, чтобы ими пользоваться. Определение – это фундамент, а не орнамент. Что не то, что я вот какие-то могу еще определения цветастые дать, а не делаются для того, чтобы им пользоваться. Вы дали такое определение, что всякий жулик может всякую такую ерунду тут просунуть. Как вот Никита Сергеевич Хрущев записал в программу партии в свое время, в 61-м году, вместо того, что было записано. Было записано до этого, в первой программе, во второй, что цель социалистического производства – обеспечение полного благосостояния. Полного. Не то, что у вас рыба есть, мяса нет. Мяса есть, а рыбы нет. Горчица есть, мяса нет. Мяса есть, горчицы нет. Нет, полного состояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот так было. В первой программе, потом на 8-м съезде РКПБ в 19-м году воспроизвели эту цель. А наши на 22-м съезде ее раз и написали все полную. Все более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей. В пальцах есть у вас потребность? Все более полное удовлетворение. Водки. Так, товарищ Кушина, курите? Если не курите, ну нет у вас такой потребности. У кого есть, все более курите, больше, все более полно. И пусть там что угодно пишут там про дёски, там и рак, и так далее. Неважно, все более, как сейчас. Все более полное, не идет ради все более полного удовлетворения. Водки все больше же пьют. Ну, так, ну подумай, что нет социализма. А программа-то выполняется партийная, которую Хрущев единогласно же проголосовали. И то, что вот один человек может быть дурак, это вот как-то не удивить. Даже если на большом посту. Но когда вот голосуют все единогласно за такую глупость, это вот нам вот, чтобы такого не было, я остановился на том, что такое свободное время. А то ведь как вот придумают вот так, что это вот просто ничем не занято у меня. Вот если какую-то идиотскую передачу телевизионную вы смотрите, там все время стреляет, убивает, стреляет. И привыкает думать, что если он спрыгнул там с 15 этажа, то он не разбился, а дальше побежал. Поэтому он сейчас, молодежь у нас прыгает иногда время от времени, по весной. За руки взялись и спрыгнули. А потом хочет перезагрузить, а уже не получается, не перезагружается. И сначала эту игру уже не запустишь. И уже много таких случаев. Потому что там где-то стирается различие между реальностью и тем, что там пишут. Тем больше люди деньги за это получают, за то, что они это гоняют. Тут на ужасно, это всегда страшно смотреть. После войны вот ездили раненые, собирали деньги немножко себе на пропитание. Вот, с вывернутыми этими самыми вот, веками, с такими короткими обрубками рук. Ну, смотреть на ужасное, не оторваться. Вот сейчас почти нет случаев, когда у нас пока не было метро, у нас столько было случаев, когда трамваи переезжали людей. Это ужасно. Вот я ехал на трамвае по Садовой. Через Невский переезжал, как раз через Невский, во втором вагоне. И вот под нашим вагоном задавил человек, отрезал ему ноги. Какой был истошный крик, ужас, кровь. Не оторваться. Это входит в свободное время? Глядение на эти ужасы. Только у нас фильмы ужасов это постоянно же. Там же не написано, что такое свободное время. Там, он говорит, смотрите, вот там убивают, вот пауки все равно бегают такие вот страшные. И хотят вас съесть. И обязательно пуляют с применением электричества. Пш, и прямо пламенем вас сжигают. А ведь есть такие системы, между прочим, военные. Знаете, да? Которые, так сказать, выжигают, если нужно кого-то выкурить. Есть такие. И напалм есть, которые американцы в Вьетнаме применяли. Бросали на людей. Поэтому, что этот ужас показывает на Юго-Востоке сейчас? Посмотрите просто телевизор, убивают людей. Нет, мы будем смотреть про убийства, которые искусственные. Еще искусственные прибавлять. Но у нас мало что ли убийств. Так. Да что такое свободное время?
безобразие. На самом деле это не так просто придумать. Так вы и не тоже, тоже не хотите сказать. И вы не скажете. Боюсь, глупости сказать. Вот. Такое впечатление, что вы партизаны, и вам сказали не выдавать. Причем все договорились так. А у меня нет никаких этих средств, орудий, пыток, чтобы допытываться. Но у нас это не разрешено в условиях буржуазного строя. В Англии, говорят, еще линейками бьют этих обучающихся, но у нас это все давно уже отметено. Настолько вот идейно можно нажимать, идейно могу вот на вас нажимать как-нибудь, давай, вот не более того. Значит, свободное время – это время для свободного развития. Очень простое и красивое определение Маркса. Такие вот определения дают гениальные люди. Один раз записал и даже жизнь запомнил. Время для свободного развития. Вот у вас было незанятое время, удалось вам использовать это время для свободного развития? Значит, это свободное время. Не удалось? Значит, это не свободное время. Поэтому его на самом деле, как вы правильно сказали, заметьте, его очень мало. Очень мало. А сейчас у нас свободное время с вами? Посмотреть. По определению посмотреть. Вот интересное кино. Я даю определение, как посмотреть. Как вы... Это вы так, это никогда не торговали, нет, ничем? Такое впечатление, что торговали. Как посмотреть? Вот. Ваш продукт тухлый, если вы покупаете. А если я покупаю, то ваш продукт тухлый. Что значит, как посмотреть? Определение хорошее. Но это время для свободного. Вы свободно сейчас развиваетесь или нет? Развиваетесь же сейчас или нет? Но вы же повышаете. Ну, над чем идет работа? Над моим мозгом или над вашим? Ну, а над моим, думаете, не идет? Тоже идет. Это тоже. И у меня тоже свободное время. Но его, за него еще деньги платят, в чем разница? У вас там какую-то стипендию ничтожную. Так что у меня даже и приятно иметь такое свободное время. И вот Цицерон пишет, который тоже не глупый был человек. Столько, говорит, мужей сидит, молчит, а один говорит, и он хочет, что ему за это еще платили. Это человек, который выступает перед людьми, и вы к этому готовитесь, вы же кто? Учителя будете, народа. Ну, кто такие интеллигенты? Это учителя. Только учителя в высоком смысле слова, правда? Вы же имеете высшее образование. Кто у нас теперь имеет высшее образование? Меньшинство. И раньше было меньшинство. И долго еще будет меньшинство. Значит, вы... По необходимости учителя народные. Поэтому вот ваша миссия такая. И, конечно, учитель, если он удалось ему научить кого-то, это вот, он тоже развил свою способность учить. Поэтому у меня тут есть эгоистические, конечно, устремления, когда я преподаю, тоже есть, я тоже развиваюсь чуть-чуть. Не в такой степени, может быть, но надеюсь, что в какой-то степени тоже. Можно говорить, что он частично свободный или условно свободный, но есть. То есть время для свободного развития. Удалось вам заполнить это вот незанятое время тем, что вас развивает, значит, оно свободное. А не удалось? Пробалдели? Ну, тут все сказано уже. Хотя к балде у нас в народе отношения вот после сказки Пушкина хорошие. Меньшой балда, большой балда. Балда-то был, он развитой был такой балда. Если в этом смысле балдеть, то это свободное время. Он же так просто не придумывал там, примитивно. Ну, двух зайцев взял, одного гладил, а второго пустил бежать в лес. А чертенок, знаешь, вот он не занимался философией-то. И вот результат. Запыхавшись, прибежал, а все равно требует оброк. Большой балда. Вот, значит, есть рабочее время, есть нерабочее время, есть свободное время. И вот этого свободного времени мало, поэтому то, что нерабочее время больше свободного, это еще ничего не значит. В этом нерабочее время, может быть, вот, чем все не налажено, все, так сказать, там разрушено. Там люди начинают стоять в пробках часами в Москве. Вот они, у них и зарплаты хорошие, и машины хорошие. Но они развиваются в этих машинах? Ну, там сделали Мерседесов, сразу, если ты его включаешь в хороших Мерседесах, включайся телевизор. Но теперь дальше пошло, что там показывают по телевизору.
Потом читать, тоже вроде когда в пробке читать, она начинается, если справа там что-нибудь двинется на полметра, там гудеть начинает справа, слева, сбоку, сзади. Поэтому не очень это здорово получается. Как там вот будешь развиваться? Раньше вот я сел, вот, вышел из дома, сел на 40-й трамвай, приехал через 40 минут на Мазелевский остров от Светланы. Сейчас, если я, сейчас 40-й трамвай также ходит около моего дома, я сяду на него и через 2 часа, возможно, приеду. Возможно, нет. Я уже точно знаю, что если я пойду пешком, я через 2 часа 20 минут буду здесь. А если я не пешком, я должен выехать за 2 часа, тогда я точно попаду. Вот если я меньше, чем за 2 часа выезжаю, то есть опасность, что я не попаду на свое собственное занятие. Как-то это не совсем здорово. Так что это вот... Ну, когда я пешком иду, там у меня свободное время, я же, например, могу и лекцию подготовить и так далее. А уж когда тут там, туда-сюда бегаешь, прыгаешь с одного транспорта на другой, ну, вот это уже совсем не то. Короче говоря, это вот большая проблема. Поэтому проблема свободного времени великая, она связана с проблемой преодоления порабощающего людей разделения труда. Как мы уже выяснили, когда у вас будет 4 часа, вы будете заниматься культурологией, а 5 часов играть на скрипке, то она будет скрипачкой. А вы что будете делать за пределами рабочего дня? Еще не знаете, потому что все это в жизни меняется. Во всяком случае, высшее образование надо получить хорошее. А там видно будет. И история великих людей показывает, что, в общем-то, не очень сильно зависит от того, какое у них было образование. Какое было образование у Энгельса? Кто не знает? А никто и не знает. Никто не... Ну, Маркс там вроде, он там докторскую философию, ну, это раньше это кандидатская у них. Считается как докторская, по-нашему, кандидатская. А Энгельс, да, ничего неизвестно про него. А Ленин, ну, кончил вот юрфак экстерном. Приехал, сдал все, ну, отлично, и уехал, и все. Ну, когда он занимался, это было свободное время. Вот если он был, как все в ссылке находился, это было бы свободное время, как вот все, как они находились в ссылке, а Ленин сидел и писал «Развитие капитализма в России», вот такой толщиной, третий том, полное собрание сочинений. Вот у Ленина это было свободное время в ссылке, а у других была ссылка. Или Ленин в разливе писал «Государство революции», а он же там был не один. А знаете, с кем он был там в разливе, да? Летом 17-го года ссылался от преследований Временного правительства, в это время здесь был 6-й съезд, проходил сначала в Выборгском районе, потом Занарской заставой, на котором решался вопрос о вооруженном восстании. С докладом о вооруженном восстании выступал Сталин на съезде. Было принято решение о вооруженном восстании на съезде. А потом уже были пленумы, один, второй, на Болотной улице, до сих пор стоит деревянный дом, в котором состоялось расширенное заседание ЦК, принявшее решение о вооруженном восстании. Вот недалеко от площади Мужества. У нас тоже есть Болотная, не только в Москве. Но у нас более крутая Болотная улица. У нас вооруженное восстание там приняли решение. Так вот, а Ленин в это время находился уже в разливе и под видом Фина Касса там, значит, писал «Государство революции». А Зиновьев тоже находился. И что Зиновьев написал? А ничего. Поэтому было 2 человека. У одного было свободное время, другого нет. В одинаковых условиях. Ну, вы сейчас в таком же положении, как говорится. Чем вы заполните это вот в нерабочее время? Или вот учебное время. Учебное время, как мы выяснили, это время вообще для свободного развития. То есть, как вот, что из него можно выжать? Вот товарищи двое сидят, они в авангарде у нас. Они написали свой труд и посмотрели, так сказать, что можно улучшить в их работе. Вот. А вы еще это не использовали, поэтому у вас еще потенциально свободное время есть, но оно не вполне используется. Вот с этим связано преодоление, разделение вот этого порабощающего людей, разделение труда. Когда одни закрепляются только за одним, и в другом ничего не понимают. И поэтому получается, почему так получается, что люди такие способные, допустим, доктора наук, академики в других областях, ну вот круглые дураки. Как такое может быть? Или в политике ничего не понимают. Потому что вот они вот в этой области занимались глубоко, а тут они читают, так сказать, ничего, газеты. А что в газетах написано? В газетах глубоко написано?
Из каких, или журналов. Ну, если бы вы только читали газеты и журналы, тот, кто читает газеты и журналы, он тянет на научную работу, нет? Нет, конечно, ни в какой области, правда? Вот поэтому появляются такие вот явления. По поводу разделения труда. Маркс и Энгельс пишут, разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда. То есть ничего такого принципиального в том, что вот вы там слесарь, а не токарь, или там вы не долбежник, а не фрезеровщик, тут еще принципиального нет. А вот разделение труда на умственные и физические принципиальные. Одни занимаются в сфере преобразования материального мира, а другие непосредственно занимаются преобразованием в духовной сфере. Это разные совершенно вещи. Разделение труда делает возможным, более того, действительным, это 31 страница, что духовная и материальная деятельность, наслаждение и труд, производство и потребление выпадают на долю различных индивидов. Добиться того, чтобы они не вступали друг с другом в противоречие, возможно только путем устранения разделения труда. Это нам надо понять, вот через свободное время это можно понять. А технологическое разделение труда, некоторые люди думают, что вот мы прям все вот будем все делать. Я буду тут и слесарем, и токарем, и пекарем, и преподавателем, ну это ерунда. Такого не бывает. То есть если каждый будет все, так сказать, разобьет всю свою деятельность на маленькие кусочки, он нигде ничего не сможет сделать. Как есть, знаете, специалисты такие вот, ну вот два образования – это неплохо, да? А три уже подозрительно. А четыре, да я знаю, сумасшедший, наверное. Потому что он нигде, он везде начинал копать, и нигде глубину, до глубины не дошел. Он везде, потому что, ну, а высшее образование – это как бы, ну, стартовая такая позиция. Что вот вы вышли на уровень современной науки в этой области. А дальше что? А дальше ничего, пошли выходить в другую область на уровень современной науки. Потом третий. Наука уже давно ушла вперед, а вы остались со всякими старыми знаниями, хотя вот дипломов очень много, или как курсов, повышение квалификации, каких-то сертификатов немыслимых, там у человека много, а толку нету. Так что надо сделать что-то фундаментальное. Кто будет заниматься вашим развитием свободным? Кто будет заниматься? Вы и будете заниматься, правильно? То есть вам помогать будут? В этом смысле, что вот что может потребоваться от меня? Ну, я вот в этом смысле в вашем распоряжении, как преподаватель. Как вы меня используете, такой будет и результат. Ну, не используйте, ну... Вы же понимаете, что тут это, как говорится, насильно мил не будешь, тут не заставишь никак. Так. Как только появляется разделение труда, каждый приобретает свой определенный, исключительный круг 35-32 страницы деятельности, который ему навязывается, из которого он не может выйти. Он охотник, рыбак или пастух, или же критический критик. И должен оставаться таковым, если не хочет лишиться средств к жизни. Тогда как в коммунистическом обществе, где никто не ограничен исключительно кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство, и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, завтра другое и так далее. В чем тут идея? Идея в том, что это коммунистическое общество, или идея в том, что производительные силы достигнут такого уровня, что они увеличат настолько свободное время, что общество может стать коммунистическим в этом смысле. То есть здесь вот мы должны с вами не узкополитически на это смотреть. То есть вот, значит, стоит мне объявить себя, сказать, что я вот за коммунистическое общество, и сейчас сразу, и что дальше? Ну, поменяли общественный строй, а сильно у нас сократилось рабочее время за советское время. Это, кстати, беда, между прочим, социализм в СССР. Ну, был 8-часовой рабочий день, когда был достигнут? Сразу после февральской буржуазной революции. Это достижение буржуазного строя. Ну, или достижение трудящихся, но в рамках еще буржуазного строя, можно так сказать. Это одно из последствий буржуазной революции в России, февральской. А сейчас сколько недель у нас часов? 8. Ну, 40 часов, ну, положите, 8-часовой рабочий день, 5 дней. Ну, там было 6 дней раньше, то есть движение. Сократили, считайте, на 7 часов. Ну, это разве значительно? Или как может происходить это сокращение? Или
сокращается количество производительных работников, и на них нагружают большую работу, и они содержат большее число людей, не занятых материально-производительным трудом. Или не сокращается количество производительных работников. Грубо говоря, рабочих крестьян не сокращается количество, но у них сокращается рабочее время. А как вы уже знаете, если рабочее время сократится, то свободное время может не в такой степени сократиться еще. Это еще большая проблема, чтобы свободное время получить. Это нужно еще за это бороться, чтобы оно стало свободным. Я хочу привести пример. Вот некоторые удивляются, говорят, как вот, Михаил Васильевич, вы прочитали там Ленина, вот, полное собрание сочинений. А очень просто, я на партсобрании читал, на партсобрании только Ленина читал всегда. Подходит, а что вы там читаете? Я говорю, Ленина читаю, отстает. А на семинарах по политэкономии я читал Карл Маркса, «Капитал». Два тома прочитал только на занятиях по политэкономии, только на матмехе. Ни секунды не затратил, но третий том читал уже по воскресенье. А два тома нисколько не затратил. Или я брал с собой, очередей же много было, и сейчас есть сколько угодно. Берешь с собой, как в очереди, у меня вот тетрадочка, я спокойно такой писал из нее. Потом я через 30 лет издал там главное в ленинизме, там такой выдержку из выдержек. Висит сейчас на сайте Фонда рабочей академии. То есть времени его, с одной стороны, его нету, а с другой стороны, его очень много. Например, что такое полное собрание сочинений? Это всего 55 томов. А 55 томов – это можно за год прочитать. А у нас люди сидели на исторических факультетах, нам, так, на всяких общественных, по 5 лет и ничего не прочитали. Ничего не прочитали, ничего не знают. А у нас в программах было так, там, Маркс, страница такой, страница, это вот такого, как мы сейчас изучаем. Вот когда я преподавал политэкономию в советское время, такого не было, что вот вам целую книгу дали изучать. А надо было так, со страницы такой, по странице такой в программе. Со страницы такой, по странице. Это вот я делаю доклад, а вы заглядываете, что-то услышали, закрыли дверь. Потом что-то заглянули, закрыли дверь. И чего вы поймете? Поэтому это требуется от вас, чтобы это все прочитали. Это у нас всякие рассуждения, тут комментарии, но надо это прочитать, подумать. Такой критический взгляд на серьезное произведение всегда продвигает. Критически. Но если вы просто будете излагать, что написали Маркс и Энгельс, ну какая то, что Хайдеггер излагает, потом излагают еще кого-то третьего, пятого, десятого, Лохана излагает. Ну вы излагаете, а так вы свою позицию дайте по этому поводу. А то, что вы излагать будете, ну вы изложение когда научились писать? В шестом классе. Умели уже? Ну вот. Я должен проверять, умеете ли вы писать изложение? Я думаю, не должен проверять. Не должен. Поэтому я вот считаю, что вот, вот произведения, которые у нас были, они отвечают требованиям, потому что они дают позицию с опорой на то, что прочитано. Они просто сказать, вот они написали. Ну и что я вот сейчас буду переписывать какие-то куски отсюда? Это ничего не значит. Нет никакого движения. Так. Закрепление социальной деятельности, консолидирование нашего собственного продукта в какую-то вещественную силу, господствующую над нами. Вот против чего воюет Маркс и Энгельс. Что вот наш труд – это наша деятельность, наша сила, и он вдруг над нами господствует. Он нас закрепляет, и мы вырваться уже не можем из этого. И как человек, почему? Говорит, это инженер, вот он инженер, это ИТР, а этот вот, он попал в этот планктон офисный, и так и будет в нем плавать всю жизнь. И не выбраться им оттуда. И образ жизни весь определять, все. Там неприлично, если вы рано закончили работу. Вот если вы закончили работу, когда конец работы, то на вас будут смотреть очень подозрительно, если вы в офисный планктон попали. Вот она, смотрите, она 6 часов, она уже ушла. Наверное, она не хочет работать у нас. А вот эта молодец, она хочет у нас работать. Она в 9 ушла. Как начальник. И начальник сидит, между прочим, тоже сидит. Вот они там сидят, и в итоге получается этот самый, что получается? Профессиональный идиотизм получается во многом. То есть в сторону-то никуда. А когда вы в сторону будете? Вы придете домой уже поздно, надо спать ложиться, тут дети, там то все. И опять надо утром завтра побежали. И человек не может вырваться из этого круга. Вот об этом тут идет речь. Это проблема не проблема того времени, это проблема, из которой пока не выбилось человечество. Не выбилось оно никак из него. Это очень трудно. Это другое дело, что люди умственного труда в лучшем здесь положении. Оно, по крайней мере,
Вы освобождены от производительного труда, поэтому ваше рабочее время – это свободное время общества. Общество свободно от производительного труда, оно произвело материальное благо для нашего с вами существования, и мы можем существовать вот в этом свободном, в лоне свободного времени. Но будет ли это время для нас свободным, для нас, конкретно для вас? Это зависит от кого? От вас, товарищ мыслитель. Нам уже дали такое название, так что мы от него... Мне очень понравилось, я тоже буду считать, что я мыслитель. Ну, а женщины могут считать себя мыслительницами. Тоже совсем неплохо. Будучи уже обособленными на основе интересов классов, будучи обособленными в результате разделения труда, обособляются в каждой такой людской совокупности, из которых один господствует над всеми другими. Отсюда следует, что всякая борьба внутри государства, борьба между демократией, аристократией и монархией, борьба за избирательное право и так далее, представляет собой не что иное, как иллюзорные формы, в которых ведется действительная борьба различных классов друг с другом. И дальше вот пишут о классовой борьбе. Каждый стремящийся к господству класс, если даже его господство обусловливает, как это имеет место у пролетариата, уничтожение всей старой общественной формы господства вообще, должен прежде всего завоевать себе политическую власть, для того, чтобы этот класс, в свою очередь, мог представить свой интерес как всеобщий. А если класс завоевал политическую власть, как рабочий класс в СССР, а свободного времени сильно много не завоевал, удержит ли он политическую власть? Ну вот и результат. Не удержал. Потому что можно что угодно говорить, можно повесить красные флаги, можно всякие знамена вешать, можно ходить с шарфами, там, на них писать всякие красивые вещи. Но в свободное время, если не будет, ну как он может быть господствующим классом? Значит, очень узкий слой бывших рабочих, значит, действительно осуществляет от имени класса это господство. Но надо, чтобы класс весь в программе, которую написал Ленин в проекте программы, которая была принята на 8-м съезде, был записан в дальнейшем при повышении производительности труда сокращение рабочего дня до 6 часов с обязательством сверх этого времени 2 часа без особого вознаграждения уделить обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению технике государственного управления. Вот какая была программа. И что осуществили эту программу? Если ее не осуществить, так класс не может удержать. Вот сам по себе, по своему образу действий по труду рабочий класс не имеет достаточно досуга, чтобы решать идеологические, политические и другие вопросы. Потому что для этого нужно знание. А для знания нужно что? Время. А это время получают отнюдь не все члены общества. Ну вот, скажем, я оказался в положении, когда я учился, непрерывно учился 19 лет подряд. 11 лет в школе, 5 лет в ВУЗе, 3 года в аспирантуре. 19 лет. Ну, когда я учился, кто-то из этого, ну хорошо, но когда в школе все учатся. Но вот дальше началось такое время, когда другие в это время занимались производством хлеба, масла, овощей, других продуктов. А я в это время все учился. И теперь интересное дело, я бы сказал, вот, а теперь я буду какие-то претензии предъявлять, что давайте теперь я сделаю платное образование. Как-то оно не совсем приличное получается. Вот товарищ Дворкович говорит, давайте не будем стипендию платить, вице-премьер. Он-то получил образование-то бесплатно. Меня кормили бесплатно все время. Все бесплатно было, в аспирантуре бесплатно. Стипендию получал. Вот мне все, всю жизнь, так сказать, давали все бесплатно, а я, значит, говорю, вот с вас, вы слушаете, что я говорю? А вы мне заплатили за эти деньги? Нет, не заплатили. Что такое, понимаешь? У нас, видите ли, услуги образования, мы торгаши теперь, торгуем услугами образования. А в этом же величие нашей вообще системы образования, наша система образования настроена на то, что тот, кто хочет повышать свое образование, он и повышает. Если у него есть такая потребность, нет потребности, вот тут точно по потребности. Ну нет такой потребности, и не надо учиться. Надо, так сказать, исключать из вуза тех, кто плохо занимается.
Но для этого надо планировать, чтобы выпускать не столько, сколько приняли на первый курс, правда? Ну, пусть будет в 2 раза меньше, в 3 раза меньше, ничего страшного. Ну, вот эта беготня, так сказать, ловля этих студентов, что, дескать, давайте учитесь, ну, как-то странно. Не хочет человек учиться, это его личное дело. Есть у нас люди, которые хотят учиться. Он Ломоносов хотел учиться, и выучился, и стал академиком. Пришел там с севера, с берега Ледовитого океана, и стал руководителем академии, создателем академии наук. И такие люди были, есть и будут всегда. Так что вот надо примерно так себя настроить. Какую-то такую высокую планку взять. И на эту высокую планку у нас настраивают вот такие вот серьезные произведения серьезных людей, которые не рассказывали, почему у них что-то не получилось, а делали в тех условиях, какие были. Ну, Энгельс, хорошие были условия, у меня папа был фабрикант. У вас папа фабрикант? Вам хуже. А у Маркса не был папа фабрикант, так что вот найдите себе друга, у которого папа фабрикант. Какой вам может быть совет в наше время? Вот Маркс нашел себе друга, Энгельса. И Энгельс ему во время, когда Маркс писал «Капитал», он ему денежки и присылал. Почитайте переписку Маркса и Энгельса. Какие ко мне вопросы? Я считаю, занятия мы провели плодотворно, так сказать, с пользой для дела. Будем рассчитывать, что оно, это время было, ну, если не целиком свободным, то во многом свободным временем. То есть временем для нашего свободного развития. Спасибо.